Сегодня днем на Темиртауской трассе произошло крупное ДТП. Водитель КамАЗа, который вез цемент, столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате столкновения грузовое авто опрокинулось. К счастью, в ДТП никто не пострадал. С места события Анна Ишалкарбек. Volkswagen Passat, который протаранил грузовую машину марки Mercedes, выезжал из Темиртау. От удара пострадали еще несколько машин. На момент приезда съемочной группы сотрудники дорожной полиции уже выясняли обстоятельства случившегося. Passat с вот этой бетономешалкой Mercedes, потом они стояли, вот этот КамАЗ проезжает, и в лоб вот эта бетономешалка лежит же, в лоб столкновение, от удара Passat тоже бьет, видите? К счастью, водители столкнувшихся машин не пострадали. Один из участников дорожно-транспортного происшествия объясняет случившееся следующим образом. Передо мной ехал КамАЗ с прицепом. Этот теперь он не может проехать, ему мешает. Он начал притормаживать, начал уходить вправо. Ну, я, естественно, стал притормаживать. Потом КамАЗ пошел влево этот. Я пошел вправо. Ну, КамАЗ тоже начал на обочину уходить, где как, там уже как щебенка. Ну, я решил его обойти слева. А начал пытаться слева выходить, тут его же прицеп пошел вправо. Ну как, прицеп начал складываться, КамАЗы. Мне куда его деваться? Я начал тормозить и уехал этот цементовоз. Водитель же перевернувшегося КамАЗа говорит, что просто-напросто не успел отреагировать и понять ситуацию. Все происходило быстро. Через столб и туда сразу. Я даже не знал, что делать. Не успел. В размере какой суммы нанесен вред компании, которая принадлежит цементовоз, еще будет выясняться. Главное, говорит хозяин машины, не сколько средств уйдет на восстановление, а то, что все живы и здоровы. Будем ремонтировать. Слава богу, что водитель остался живой. Анна Шаклабек, Лурас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой Alugal. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества, любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Alugal.